Так, что это у нас тут? Ты что тут крутишься, а? Просто люблю крутиться на стульях. Мне пофиг, что Ладно. ты любишь. Однако, всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем стрёмные приключения. С вами снова Эмеральд и Нейзи. И сейчас мы находимся на нашей вышке. Вышечки, да. И куда мы сегодня пойдем? А, не знаю, просто поизучаем. Я думаю... А, слушай, а давай знаешь, что сделаем? Я тут знаю просто одно сюда. Интересное место. Погоди, погоди, погоди. Давай в гараж пойдем, да? Ну. Я тебе кое-что покажу. Андрей, я тут заметил, что наши машинки, да, у них такой недорогой крафт вообще. И мне нужен двигатель. Да ладно, ты прям капитан очевидности. Мне нужен двигатель, слушай. А двигатель? А тут вроде он есть. Да? А нет, большой не, кольцо. Он был. Мне нужно сделать двигатель. Ну ладно, смотри, короче, тут у них крафт такой. А сколько такой. Тебе нужно? Опять двигатели. Что? Поршни нужны всякие. Ща. Двигать. Блин. Твою дивизию залагала. Двигатель. Так, двигатель значит какой? R6, например. Для него нужно 6 поршней и 3 железных слитка. Ну, поршень его крафтит с помощью огня. Ладно, это очень долго. Пойдем. Пойдем. Значит, сегодня мы пойдем за мной. Я вам покажу. Тут одно место нашел. Вот совершенно случайно. Вот. Ты где, кстати? Ты где? Куда идти мне? Я тут тебя потерял немножечко. Короче, иди к этой. Я тебя... Вот, к овце иди. Какой овце? К тропинке иди там, где дом начинается, окей? А, вот, все, тебя вижу. Назад обернись. Давай. Ты где? Я здесь, вот. А, его вижу. Вот, смотри, иди за мной. Я тут нашел одно место. Я его пометил специально, чтобы не забыть. Вон, видишь, он тут каменное, вот. Типа вот каменные блоки. Просто вот. Где? Вот. А, вот это, ну, вижу и... А, вот сейчас мы, короче, посмотрим, вот изучим, что это вот это вот такое. А, видишь? Кстати, я на днище видел вот это, я тоже думал заглянуть сюда. Блин, ну давай я... Видел? Самом... А чё ж ты мне не сказал сразу? Ну давай копнём. Давай. Ой, я честно вот. Не хочу туда. Давай не надо. А я думаю, стоит. Мы же всё-таки, это же стрёмные приключения, мы должны... Ну давай я всё, я первый поплыву. Острое ощущение, как бы, ты сам Пещера понял. Какая-то! А! Куда я? Ой-ой-ой! Я падаю! Ой, алмазы! О, алмазы! Офигеть! Давай, добывай. Стоп, а тут что есть? Так, все, больше нету. Офигеть, вот тут красиво! Че, покажи. Ну, обычная пещера. Обычная пещера, что такого? Что значит обычная пещера? Обычная, да, конечно. Офигеть, ты видишь, каких она размеров? Твою дивизию. Зомби! Хрена сена. Я тут, че это вообще? Офигеть, это вообще какое-то неземное происхождение. Это вообще какой-то, не знаю. Это какой-то. Как это называется? Зомби, уйди. Чё это вообще такое? Это 1.81. Чувак, это ты точно сделал. А я думаю, это ты сделал. Кек. В натуре, чё это вообще такое? Генератор мира, что ты курил? И он нам оставил знак такой, знаете? Да, вот. Такой, кружок, не очень хороший знак в виде водопада этот генератор. Да. Ладно, не будем сильно вдаваться в события. А чё тут факелы стоят, кстати? Факелы? Может, мы тут были уже, я не знаю. А! Кто? Да нет, мы тут не были, да не могли. А, скелет. Ладно, пошли туда, что ли, не знаю. Я не знаю, тут факелы взялись, честно. Ай! Ай-яй-яй! А, ты чё, не гори! А, чёрт! Ты... Странно... Нет, я всё... Давай, прыгай, я тебя жду. Горел в огне, борясь со скелетом. Гениально. Погиб смертью храбрых, называется. Ты удивись, знаешь, это похоже на Spellbound Caves, или как оно называется? Слушай, реально, вот я, кстати, сразу догадался, вот похоже вот реально на что-то. Вот это Spellbound Caves, а может это и есть Spellbound Caves? Хотя нет, может, мы скачали карту специально эту. Да нет, невозможно. Да не, я ее сам сгенерировал. Чё? Мы не могли так сделать, мы же карту новую генерировали. Так. Так, а вот ты прыгнул уже сюда, да? Так, значит, куда пойдем? А, туда? Ну, я не думаю. Так, нет, я сделаю иначе. Чё ты сделаешь? Я вот так вот прокопаю. Ну, давай. Ладно, я, короче, пойду куда-нибудь. Вот ну, сюда. Пойдем. Давай тут поизучаем. Не, вот, подожди. Грибы. А, золото, стой, блин. Стой. Посмотрим, что тут. А, тут ничего особенного, просто другого раунда. О, смотри, сколько тут красивого. Чё это? Смотри, тут красивый вид какой. Где?
Вот, я здесь тебе свечу. Где тут мухоморы растут, все такое. Смотри, какой, что-то красивый вид. Да. Реально спаутбаунд Киевс какой-то. Так, я к зомби сюда прыгнул. Я пойду направо. Ой, налево. Налево? Да. Давай. Дай поп- тут какие-то, не знаю, каменные кирпичи. А тут откуда они здесь? Стоп, кирпич. Что? А. Че? А, нет, пустой сундук. Я думал, там что-то есть. Какой сундук? Ты че? А, какой-то сундук нашел. В смысле сундук? И там ничего может, нет. Может, там какая-то заброшенная шахта, не знаю. Опа! Вот. О, походу, я уголь. Все-таки не зря его нашел. Уголь. Кого? Так. О, нифига, данжи. Чё? А, это крепость. Крепость? Да, это крепость, чувак. Да не, какая-то маленькая крепость, чувак. Мне так не кажется. Это крепость какая-нибудь. Да? А почему там свет горит, если это крепость? Не знаю. Спаунеры какие-то. Давай сломаем себе. Смотри, тут спаунеры зомби. Что? Чёрт! Ой-ой-ой-ой. Давай ломай, ломай быстрей. О, так, моё. О, вебли! Чё? Вебли! РГД! О, гранат РГД, всё моё. И моё, я тоже хочу. Так, ну это я не буду забирать, это фигня. Смотри, смотри, он ещё этот дымится, видишь, этот спаунер. Интересное явление, конечно. Паранормальное явление. Да. Всё, давай я просто протестирую, кину. Давай. Стой. Ой, у меня мало хп. Я потратил. Стоп, что? Ай, чешуйницы! Бей её. Чё это? Чё? Убегай! Ё. Тут взорвалось. Это ловушка была. Какая Мосин нашел? Слышь, делись. Аптечка. О, аптечка мне сейчас пригодилась. Вообще интересный чувак. Взял себе, все забрал. Чё за я упал на это все. Фига тут динамиткой. На. У меня есть вебли, я крутой. На, теперь. Вот снайперка. Снайперка? Там. Да. А что там еще было? Это я слышал, там еще... Наручники какие-то. Еще. Стой, а я тебе могу привязать? А зачем наручники? Не знаю, не могу тебя привязать. Нафиг они очень нужны. Да ладно, заберем. Я аптечка, я аптечка. Я заберу. Сувенир, ну можно. А, факел забери ты. А дай тебе снайпер. Мы находили и, типа такой похожий тоже. Только там лежал этот, который в самолете только там маленькая она была. Да. Тогда она очень маленькая была. Блин, в натуре большие пещеры такие. Какой-то интересный Майнкрафт вообще. Какие-то пещеры, какие-то данжи. Опа, вот видел, вот это я его нашел там пусто. Генератор вообще над нами издевается. Дежавю, как будто тут были уже прям. Вот, кстати, да. Блин, ну каких она размеров, это громадная пещера. Сюда с самолетом можно летать. Стой, тут поярче можно? А, смотри, как тускло тут все. Действительно. Слушай, давай как-нибудь выбираться отсюда, что ли? Ну, почему бы и нет? Ты что там встал, пошли? Я думаю. Я с собой забрал 3 железные дверки. У меня просто факел один всего лишь. На, я тебе еще скину. Застрял. Застрял? О, расстрял. Расстрял. Так. Ты ползи, ты. Ты мне говоришь, я пытаюсь, но я влагаю почему-то. Так, я использую свой старый добрый проверенный способ джетпак. Джетпак? Ай-яй-яй. Так все, я выбираюсь. О! Обратно! Обратно! Что за фигня? Ты меня толкнул и не дал выбраться вниз. Ой, из-за дождя этого лагает. Так, я в дом, пожалуй, пойду. Я тоже домой. Давай посмотрим вообще, что это такое. О, боже, блин, а что это за пещера в натуре такая здоровая, как пельмень? Че стрёмно. Выбрался такой, а там рейк. Да. Так, значит, собачка. А, точно, у нас есть этот тростник. Не, нет. Так, у нас ладно. Есть тростник, я нет? Тогда полезу сюда. Чё? Тут... Ай, слышь, Джек! Где? Ай, твою дивизию! Откуда он здесь? Шо нафиг? В натуре откуда он тут появился? Скотина. Он меня уже, честно, не очень пугает.
Меня он на самом деле не пугает, но откуда он здесь появился, я вообще не могу. А, вот же, что тут. Сейчас я его конечно, труп скину. Ну, конечно, тут же моя пещера. Какая пещера? А вот она, ты что, не видишь? Где? Ай, ты что? Тут вон, да. Ну, я видел ее до этого. Ну вот, пещера. Знаешь, она немного похожа на, когда Майнкрафт только вышел, там, 1.8, не. Ну да, я знаю. Энергохранилище еще взорвется у тебя там. Так, кирку я думал сломал. Слушай, а пойдем взорвем этого Рейка нахрен, а? Походу в натуре взорвалось. Давай гранатами взорву, слышь, Рейка этого. Взорви. Ой-ой-ой, куда я... Пойдем вместе со мной взрывать Рейка. А куда я... Куда я падаю, слушай? Куда? Я просто ради интереса взорвал, куда-то падать начал. Что это за место? И что тут? Интересное место. Но я тут не был. Одновременно... Я просто вот туда кину ради прикола. Так, вот... А! Ой, паук! Взорвал что-то я тут. Хрена себе взрыва! Хрена себе взрыв! От этой гранаты. А что там от нее реально что ли взрыв остается? Большой какой-то? Взрыв такой. Они же такие, знаешь, стрёмные. А! Ну все, я считаю, гранаты просрал. Все. А! А заря. Кстати, одну не просто так. Помнишь, когда испытывали. Рейк! Крейк! Меня этот дождь уже бесит, он весь ФПС убивает. Твою дивизию. Ты где? Я на болоте. На болоте, говоришь? Ну тогда я сейчас к тебе приду. Господи, тут рейки эти носятся, крейки. Так, сейчас я постараюсь подстрелить рейка. А чё их так много тут-то, а? Разберусь. Да ё-моё, ты меня не стреляй. Ой-ё-ё, извини. Я стою. Ты паук вообще идиот. Так, рейк. Сзади! Успел. Стреляй, стреляй. Где он? Рейк, уйди! Фу. Господи, яй-яй-яй-яй, выгода твоя. Ой, беги! Я в какую-то речку упал. Так. Ну что, нет, тут ко мне прибежал! Бэм! Какой бэм? РГД взорвало всех. А, слушай, а пошли в ту пещеру, помнишь, про которую мы говорили в прошлой серии? Какую? Ну, наверху, которая там была. Какая-то хрень. Ну, помнишь, горела? Слушай, точняк, мы же сразу должны были туда пойти, слушай. Кстати, не да, нахуй? А что забыли? Вот сейчас как раз таки пойдем. Давай, ты где? Иду туда. Идешь? Стой, давай встретимся на этой тропинке. Ой, что-то не прогружается мне. Ты где? Я такой холодный, грязный тут иду. А, во, иди сюда, видишь меня? У меня джетпак кончился вообще, найс, все. Ну пошли тогда. Блин, давай подождем, пока дождь этот исчезнет. Давай продолжим. Пойдем. Давай. Тут бесит у меня. Сейчас продолжим. Так, закончился дождь? Да, все. Воду. Так, о, уже зато рассвет. Пошли быстрее. Идем. Посмотрим заодно, что там. Вспоминаем навыки альпинизма. Навыки альпинизма. Альпинизма. Ты где? Раз. А, и вот два. И 10. А, вон она вообще далеко там. И далеко, где есть земля, где Новый год, два раза в год. Два раза в год? Ага. Аптечка. Пошли быстрее. А я быстрее туда. Заберусь, чем ты. Потому что я паркурист. Ист. Ист сайт. Эрон-дон-дон. Пещера. Ты что там на машине едешь по горам? Эрон-дон-дон. На этом, на Санчезе, знаешь, горный мотоцикл. Опа, все, я тут. У меня, кстати, есть Санчез в жизни. Да ни хрена у тебя нету. Есть. Нету. И у тебя нету квадрокоптера. Да. Это что за... Нифига, ух ты, стоп, интересно. Погоди. Ну-ка, дай я открою. Ну-ка. Опа, что это выпало? О, подгузники, одень.
А зачем они, интересно, нужны? Ух ты, какой модный, красивый. Вы что? Нахрена? Я теперь понял, зачем они нужны. Так, зато мои алмазы. А, какие алмазы? Это не уже никакие. О, окей, Эндре, теперь мы сможем найти край этот. Так, а что там находится-то? Да, давай посмотрим. А это не ломается, слушай, эта штука. Че? Раздатчик? Какие-то бумажки? А, фу, Редстоун. Оставайся там. Ара! Ара, ты чё? Ай-яй-яй! Валим! На лаву! Лаву! Сгорел! Окей, чуваки, давайте сейчас будем прощаться! Я долечу! Нет, я ударился. Так, ты где? Охота! Так. Ну все, хватит, давай уже прощаться. Ладно, мы же друзья. Это была всего лишь игра, на самом деле. Да, друзья. Хорошо, мой дорогой друг. Уходи. Ты знаешь, ты так упал еще. Давай, ты где? Все. Давай, иди на третий этаж по старинке. Тихо. Садимся. Прощайте, друзья. Когда стало твое время? Промах. Что ж, дорогие друзья, с вами был Эмеральд Инези. Сегодня мы сделали очень много полезного и вкусного. Всем пока. Пока. И знаете, что не забывайте делать? Цените своих друзей. Нет, не забывайте стоять там. Не забывайте ездить дома на машине. Поехали. Поехали. Я в соседнем селе.